А подкупить? Хочешь обменять свой рубин на золото? Интересно, сколько? На один золотой. И все? Здарова, народ! Вы на канале DevPlay, и мы продолжаем проходить Life is Strange настоящие цвета. А если вы хотите, чтобы видео продолжали выходить, ну так подпишитесь на канал и погнали! Так, подожди, тут есть нота. Ты правда считаешь, что змея была милой? РБ? Да. Правда. Ты странная. Нет, ты. Так, давай ёбаные ноты возьмем. А где же вторая половинка нот? Враг не может двигаться в течение одного хода. Можно использовать только один раз за бой. Понял. Ты, подожди. Свиток, взять. Плюс один к уклонению. Вы и ваши союзники уклоняетесь от следующей атаки, можно воспользоваться только один раз. Я видел его еще до того, как ты его подняла. Да-да, попизди мне. Подожди, и сюда. Да боже, козел мелкий, дай пройти. А, все равно нельзя. Да боже, ну ты задолбал! Он меня станет! Так, ладно. Ага, мы разобрались с речным змеем. О. Свиток. Взять. Полностью восстанавливает здоровье вам и вашим союзникам. Снимает все отрицательные эффекты отравления, оглушения можно воспользоваться только один раз. Ты увидел этот свиток первым? А, нет. Хорошо. В музыкальном магазине наверняка найдется. Подожди. Слушай, а в цветочном? Не против, если я загляну сюда на минутку? Бардовские дела. Мне нужно, обновить членскую карту гильдии бардов. Ладно. Так, а тут мы найдем что-нибудь, что нам надо? Видимо, нет. А то что он с нами не идет? Будет закрыто. Боже, да можно быстрее! И что это опять за стрелочка? В правом верхнем углу. И я, блядь, что-то не втыкаю. Быстрее можно это все? Привет. Ну, вот и поговорили. Можно спросить у Райли, как дела с флешкой? Да похуй сейчас на флешку, надо эту блядскую хуйню побыстрее пройти. Ну, короче, я зря сюда сейчас заходил, да. Так, да подожди ты со своей с Райлей. Так, музыкальный магазин, где у нас... Вот. No one appreciates... Oh, there!
Ну и, говорят, вы разобрались с речным змеем. Меньше слов, больше дела, значит. Да, войти. Стучите дважды. Давай. Ну чё ты телешься? Монстр или человек? Человек! Входи. Радость это сколько! Ежец! Простите за запертую дверь. Времена опасные. Добро пожаловать в сорочью лавку. О, так это что-то вроде волшебного магазина? Я тут осмотрюсь немного, ладно? Ладно. Посмотрим, что тут устроила Стеф. Так, нам надо... хуйню какого-то цвета. Так. А, стоп, нам надо было бы в цветочный магазин. Но нам с ней надо еще и поговорить. Хорошо. Аметист, сапфир, рубин. Ну, рубин красный. А вот все остальное какого цвета? Жди, посмотреть. Удивительно, что Валькирия бывает голодной, учитывая, сколько человечина она жрет. Бля, я думал, там это просто метка. Я думал, там уже самое... какой-то шарик. Внимание, кошка проклята, не гладить. Меня предупреждать не нужно. Вытянуть карту. А чем я хочу узнать? Люди. Райан. Ну, эта карта мне нравится. Карта, символизирующая радость, жизненную силу, открытость и истинное счастье. Окей. Людям. Став. Что правда, то правда. Самоотверженность, смирение, готовность к неизведанному. Я. То есть, надеюсь, так оно и будет. Воздержание, внутреннее спокойствие и равновесие. Вещи? Моя суперсила. Хаос и разрушение, да уж, не то слово. Блять, подожди, я ж не посмотрел. Ладно. Хейвен Спрингс. Йайкс. Жуть. Карта, символизирующая завершение чего-либо, неизбежные перемены и освобождение. Тайфун. Набалдеть, это даже слишком реально. Власть, господство и стремление к ним. Ну все. Заклинание. Заклинание. Очень мило, Став. Так, гитара. Некоторым героям, может, и нравятся барды с цветастыми гитарами, но я рада, что... что-то. Многие считают, что этот инструмент принадлежал флиту красноречивому. Воспевателю героев и спасителю принца Клардарина Первого. Не продается или продается тому, кто предложит самую высокую цену. Гобелен. Он кует небесный меч силы.
Вот как? Когда-нибудь Тейнор его найдет. Ладно. Как бард с профессиональным образованием, замечу, что эта музыка очень недурна. Блядь, подожди. Вот это да. Моей личной жизни заклинание правды тоже бы не помешало. Так, ладно. Хули мы тут забыли вообще? Ничуть не страшно, и всем документам гильдии чародеев разрешаются рочие лавки покупать и продавать товары, обладающие магическими свойствами, за последствия гильдии ответственности не несет. Или Варнизиан, архимаг. Мне бы хотелось попробовать один из этих инструментов, да у тебя ж свой есть. Свиток? И откуда только Стеф берет все эти имена? Солнечное серебро, поломагическое вещество, блять, бла-бла-бла, блять. Как до пизды мне это все? О! Волшебные товары, посмотреть товары. Здесь продается сапфир души! Обсудить? Почему он стоит 10 тысяч золотых? По-вашему, это слишком мало? Поначалу он стоил 20 тысяч. Нет, я имела в виду. Ладно, неважно. Может, мы сумеем с ней как-нибудь договориться? Торговаться? А ты не согласишься отдать нам этот сапфир? За один золотой? За один золотой. Я благотворительностью не занимаюсь. Нам срочно нужен этот сапфир. Без него мы не сможем покончить с веком чудовищ. Я слышала, в реке скорби обитает волшебная рыба. Принесите мне одну из ее чешуек, и я отдам вам сапфир. Да... у нас вроде есть. Одна чешуйка волшебной рыбы. Впечатляет. Ну что ж, вот моя часть сделки. Ура! Один у нас осталось, еще два. Так, проворство, троллья пыльца, свиток исцеления, свиток преимущества обсудить. Купить? На один золотой, пожалуйста. Звон монет. Отлично. А ладно, проворство. Gold, так, один золотой. Звон монет. So, I can heal already with my music. We need to find more coins for that. А, у нас монеты закончились. Понял, ладно, уходим. Так, хорошо, значит, нам еще в какой-то магазин надо зайти. Кузнец с кующим мечом, ага. Говорить? У тебя все нормально? Какой-то ты хмурый.
Ней, мы узнали, из чего состоит солнечное серебро? Из железа, гоблинской руды и огненного порошка. Хвала богам! Ну, конечно же, как я мог забыть? Оставьте этот свиток с... вот что я скажу. Раз уж вы двое победили змея, может, вы разберетесь и с троллем у моста? Вы и ваши союзники получаете дополнительный ход, можно воспользоваться только один раз. Понял. Запасаемся свитками! Так, лысый мужик. Так, лысый мужик, а что ты тут делаешь? Блять, под каким углом встать? А ему похуй. Ладно, тогда мне тоже похуй. Ага. Наш... Блять, закрыто. Я такой нашел. А ну хуяк. И нихуя не нашел. Да че ты долбишься в мою жопу? Я знаю, что жопа у меня ничего такая. Но долбиться же в нее не надо. О, есть. Кровь, напоминание. Вы что-то уронили, Диана. Для Дианы Джейкобс каждый вторник. Что там было? 10 утра. Ну-го, это еще что такое? Войти. Поищем здесь? Yeah. Да, давай зайдем. Так, нам надо ушатать еще тролля. Зачем нам это надо? Господи. Мы что, всю главу будем вот эту вот хуйню играть? Меня как-то не впечатляет. Я же не ролевик ни разу. Что здесь произошло? О, товарищи по несчастью! Кто ты? Ты что, местный бармен? Нет. Чудище сожрало всех работников. Придется нам самим о себе позаботиться. Ты знаешь, от чего этот ключ? Он принадлежит трактирщику Барри. Вон его нога валяется. Так что, если решите перепробовать все замки, он не станет вам мешать. Ура! Посмотрим, что тут есть. Посмотреть. Кое-кто знает, как занять Тейлора. Ну что, удалось открыть? Да, но там ничего нет. По-моему, я проверил все скважины. И? О, монетка. Да ёб твою мать! Отлично. Монетка есть. Ноты. Взять. Так, теперь у нас, по идее, две части нот есть. Поскорее бы заворожить какого-нибудь монстра чудесной гипнотической... похуётиной. Так, бумага. О, oh,
О, кажется, это Дак я обронил. Ладно, не будем трогать. Посмотреть. Ну вот, похоже, это и есть ответ на ту загадку. Легенда о камнях души. Говорят, давным-давно, когда по миру даже при свете дня рыскали невыразимо ужасные твари, четыре героя отправились на Келианское побережье, дабы сразиться там с Великой Тенью. Много дней длилась та битва, но в конце концов Великая Тень стала одолевать героев. И оказались они на волосок от смерти, и когда трое из четверых отдали свою жизнь, среди красных от крови волн, сотворив древние чары, которые вырвали души из их тела, превратили их в три самоцвета неизмеримой силы. Воительница Нира, сильнейшая из четверых, стала рубином души, жрец Дейзис, непревзойденный рассказчик, стал сапфиром души. Маг Белин, хранитель старых книг, стал аметистом души. Взяв в руки все три самоцвета, четвертый герой воздел свой меч и убил великую тень, пронзив ее лучом света. Так, ладно, понятно. Так, письмо. Guess Lawrence is gonna need a new business advisor. Так, дорогой Лоуренс, беру назад свой совет, который я дал тебе во время нашего последнего ужина. Так, ладно, поебать вообще. Так, мы ищем тут вообще что-то важное, полезное, нужное. Стеф обо всем подумала, все-таки она отличный организатор. Ладно. Так, Мишка. Надеюсь, это отмывается. Чего? Мы были заняты? Вряд ли, когда это случилось, мы, скорее всего, говорили с королем Тейбором. Я не понял, на что это я отвечал. Я не слышал вопроса. Но этого королевства серьезные проблемы. Сочувствуем всем селом. Тяжелый день у Барри. Отпереть. На! Тейнор! Тейнор, ты это видел? Вот оно! Давай уже. Ну, у него реально какие-то проблемы. Не увидеть такую хероту. О, ура! Это же один из камней! Ура! Остался последний камень! Дедуль, пока. Мы все, что надо, нашли. Вроде как. Так, голдишка тут нигде больше не валяется. На. Bye. Уходим! В добрый путь! В добрый путь! В добрый путь. Смотри, что я нашел в том сундуке. Свиток проворства, плюс один к уклонению. Вы и ваши союзники уклоняетесь от следующей атаки, можно воспользоваться только один раз. Молодец, Тейнор. Бля, радость это сколько. Ясно, хуйней страдают. Получить помощь от...
старого гнома? Really interesting stuff in there. Подожди, получает... Получает... Блять, а кто старый гном? Ну, наверное, этот. Блять. Ну, ладно. Дед, мы вернулись. Оказывается, нам от тебя нужна помощь. You're back. Да, вернулись. Поговорить? Yes. Да. У нас задание. Wanna tell him about our quest? Хочешь рассказать ему о нашем задании? Мы скоро положим конец веку чудовищ. Так что тебе больше не придется жить в страхе. Правда? Тогда я дам вам то, что сможет вам в этом помочь. Спасибо. Ясненько, там на реке он нам очень бы пригодился. Змеиный колокольчик. Кто может использовать бард эффект усыпляет змей в поле слышимости? О, крутяк. Как ты выжил? Как тебе удалось пережить нападение? Гордиться тут нечем, конечно. Блять, я... Она сама напросилась. Скоредная старая карга. Боже, я сначала не понял, кто это. Мы, наверное, пойдем. Удачи! Так. Ладно. Двигаем, двигаем. Слушай, видимо, нам надо будет таки зайти к Став. Ой, не Став, блять, как тут? Райли. И, видимо, там неспроста было что-то. Короче, погнали. Райлюга. Так, ага, мы типа в начале улицы, понял. Ага, Райлюга вот... Она в цветочном. Жги, Тейнор! Так, ага, вот цветочный. Так, давай войдем. Деньги-лень, бля. Так, походу, она в этой херне не участвует, да? Поговорить? Ну что, разобралась с флажкой? Нет, пока. На это в лучшем случае уйдет несколько часов. Оу. Если хочешь посмотреть, она открыта на компьютере в кабинете, только ничего не трогай. Хорошо, спасибо тебе огромное за помощь. Не благодари. Это меньшее, что я могу сделать для Гейба. А еще, это довольно интересно. Я и не знала, что ты так разбираешься в технике. На компьютерщика учишься, но на строительное дело. Или на робототехнику, никак не могу определиться. Голова идет кругом. Ладно, давай поговорим о чем-нибудь другом. Мак? Как дела у Мака? Что-то его давно не видно. А, он в городе. Ясно. У нас начался очередной сложный период. Я скоро уезжаю. А он никак не хочет понять этого. Соболезную. Поговорим позже. Да, хорошо. Пока-пока.
Так. Значит, я зря сюда заходил. Нам кузнец в конце даст эту хуету или что? Или я как-то не так понял. Найти рубин души. Так, то меня игра упрямо хочет отправить на мост. Дай! В чем дело? Блять, почему? Почему я не могу туда прыгнуть? А, боже. Я перепутал мосты. Да слышал я, слышал, иду уже, ну задолбало бубнеть. О, тролль. Боже, бедный он. Вот, блин, это тролль. У него камень души. О! Нравится мой пояс, он из человеческой кожи! Что думаешь, как нам поступить? А, подкупить? Хочешь обменять свой рубин на золото? Интересно, сколько? Один золотой. На один золотой. И все? Я вас раздавлю! Больше не было, блядь, ну что я сделаю? Так, ладно, сейчас наша очередь. Итан. Атака, удар пламени. Бздэньк. Так, Алекс, магия. Подожди, а как мы можем... Итан. Атака. Удар. О, 4 урона. Нормально. А, вот предметы исцеления. Полностью восстанавливаем здоровье. Все отрицательные эффекты снимаются. Ха-ха! Отсоси! А! Так, можно несколько... А, не, один раз. Ладно. Магия... Воодушевляющий гимн, гипнотическая фуга. Давай гимн. Ты задолбал. Так, хорошо, Итан, атака, удар. Алекс, магия. А чё за фуга? Hypnotic fugue. All enemies are transfixed. Зачарование музыкой. Ты не можешь двигаться. А, атака. Так, у него десятка, по идее, должна быть. В смысле, он еще живой? Ладно, давай свиток преимущества. Атака. Жуткая дисгармония. 3 единицы урона.
Есть, добили! Ну что-то вроде бы там как-то больше десятки у него. Забрали! Смотри, что я еще получил! Умение «Длань гнева» можно использовать только один раз, 3 единицы урона. Ура! Можно возвращаться к королю, ага. Подожди. Пизда, страшный тролль. Что тут признавать, это факт. Быть страшным — это отличное преимущество в бою. Слышь, а кого нас этот отправлял вольнуть? Конечно. Maybe we'll swing by the Emporium. It's really sweet how many people Steph's roped into. Так, подожди, а кузнец ничего больше не хочет от нас. Странно. Вернуться в парк. Почему эта стрелочка не пропадает? Я не понимаю. Она меня калит. Так, а парк у нас... Парк у нас в той стороне. Ладно, давайте закончим уже с этой игрой. Она, блин, настолько скучная. Мне. Ужасно. У меня аж наушники из уха вылетают. Так, король, и что сейчас будет? Блин, только не говорите, что тут перекрыта дорога. Да ебаный ты, блять, в рот! Я забыл! Обойдем. Доллар? Хм, это Итан уронил? Подобрала бы! Да боже, это же мама! Фейнор, истребитель чудища, наконец-то ты пришел. Мы уже встречались раньше, помнишь ли ты меня? Ты Нотерия, дух леса. Ты хорошо поработала, лес видит и предлагает тебе сокровища в благодарность за помощь. Смотри. Что это? Пенек? Чего? Что именно она предлагает, я как-то не вдуплел. Небесный меч! Да это же небесный меч силы, в точности, как я рисовал. И клешня, и рукоять такая же, а вот тут место для драгоценных. Камней! Как они его сделали? Он из дерева или чё? Я правда могу его взять? Используй его во благо. Обещай, что будешь использовать его только в благих целях. Ладно. Лен? Да и а это ты чё бросай? Ладно, порадовали пацана. Господи! Ну ладно, хотя бы он рад. Ага. Ну один херка. Ой, хуетой мы. Ебать, что он там себе представлял?
Понимаю. Для него это вообще был мир ебака. Барт, песню, пожалуйста. Пророчество исполнилось! Пророчество исполнилось! Пусть враг пососет отныне Тейнора, никто не победит! Бугагашки! Бугага! Подожди, чё? Супербосс ещё финальный? Бугагагага! А я думал, уже все сейчас будет. Да блин. Буга-га-га-га-га-га! Меч я возьму, и камни тоже! Кравиус! Повелитель подземного мира! Мне следовало догадаться, что король Тейбор — это ты! Глупцы! Вы нашли драгоценные камни и принесли прямо их мне в руки! Их прямо мне в руки! Подбодрить Тейнора. Мы зашли так далеко. Мы его одолеем. Отдайте их мне! А, блядь. Меня сейчас жопа сгорит. Утиные истории? Так. Свиток проворства. А, оно мне на ХП дает. Ага, не могу. А, атака. Так, давай-ка меч пламени. А когда он будет что-то делать? Жуткая дисгармония. А чё он не говорит? А, ну да, мы же видим, сколько у него ХП. Будь проклято, это пламя! Так, свиток преимущества. Ага, оно мне не минуснуло ХП. Это хорошо. Так. Меч пламени. Не, стоп, длань гнева. Так, хорошо, деда замутузили. Воодушевляющий гимн. Так, Тейнор. Теперь подожди. Не исцеляться рано. Преимущество. Так, а теперь давай атака. Бля. Я не могу два раза одним и тем же ебануть. Расстроенная струна. Так, дед, ну могу сказать, что ты сосешь. Проворство. Тейнор. Магия. Гимн.
Так, бля. Удар. Ой-ой. А что произошло? Будь проклято, это пламя! Да. Так. Меч пламени. Вот только расстроенная струна. Я призываю адскую ярость! Смерть всякому, кто посмеет бросить вызов мне! Будь проклята, это пламя! Почти ничего не потратили. Так, атака... Блять, а почему у меня длань гнева заблокирована? Опять. Ладно, давай удар. Пиздарики тебе. Нет! Ура! Господи, какой мы хуйней занимались. У нас получилось! Не могу поверить в то, что это произошло! Эпично! Последний бой был мега эпичным. Ага. Но круче всего то, что я нашел. Да блять. Да блять. Черт. Гейб умер. Гейб умер из-за меня. Это моя вина. Я убил Гейба. Я убил Гейба. Я убил Гейба. Итан? Ага. Послушай меня. Ты не виноват в том, что случилось. Ни капельки. Но вообще-то да. Если бы этот полудурок не полез в горы, это не твоя вина. И не засал оттуда вернуться сам, так ничего бы и не было. Ну пиздец. Ладно, по крайней мере, мы закончили играть в эту игру. Шарлотта? Я тут. И что ты там делаешь? Здрасте. А вот и я. Чё это за хуета? Кто я этот кусок камня привез? Привет, спасибо, что пришла. Не за что, отец Этана уже его забрал? Да, они только что ушли. Я просто хотела тебя поблагодарить. Сегодняшний день был очень нужен Этану. Рада была помочь. Это общая заслуга, но я рада, что смогла помочь. Знаешь, он тебя просто боготворит. После всего случившегося он считает тебя героиней. Я тоже им восхищаюсь, он очень творческая личность. Тебе следовало бы гордиться им. Он так разволновался, когда увидел тебя с мечом. Мне кажется, дело было скорее в мече. Может быть, но мне показалось, он был счастлив, что ты стала частью его вселенной. Извини, извини. Я в порядке. Шарлотта? Господи, Алекс, не обращай внимания, ладно, просто... На меня столько всего навалилось. Mm.
У тебя дел не в проворот. Да, я понимаю. Встречи Итана с отцом, магазин, праздник весны. В общем, если захочешь поговорить, то я всегда рядом. Ты такая милая. Нет, все нормально. Спасибо, что заглянула. До встречи на празднике. Точно все хорошо? Шарлотта, я же вижу, с тобой что-то не... Я сказала нет, черт возьми, ты что, не слышишь? Блин. Ну, что-то как-то зря доебались. Это была ошибкой. Откуда взялась эта злость? Так. Но, насколько я помню, нам должно быть похуй. Поэтому берем и... Блять, как отсюда уйти? Да господи, выпусти меня, скотина! Я не хочу тут оставаться! Как уйти, блядь? Ладно, давай попробуем осмотреть, может поможет. Интересно, что внутри. Нет, блядь, нихуя не интересно. В этом есть какая-то невинность. Интересно, о чем эта скульптура? Шарлотта и правда вкладывает в свои работы душу. Статуя святой? Красиво, но почему-то мурашки по коже. Я не хочу ей ничего отсасывать. На это даже больно смотреть. Не представляю, каково было ее создавать. Бля. Как уйти? А? Блять, я не могу уйти. Так, секунду. Ничего страшного. Ничего страшного, все в порядке. Не хочешь поговорить? Ты такая милая. Нет, все нормально. Спасибо, что заглянула. До встречи на празднике. Ты уверена? Точно, если тебе нужна компания, я... Блять, она все равно срывается. Блин. Это была ошибкой. Так, я ее все равно не могу оставить. Я хочу уйти. Игра, ну выпусти меня. Я ж должен на нее хер забить. Ладно, не получается. Бля, все рушится. Ну, понимаю. Вау. Да это было жестко. Тик-так.
Тик-так. Тик-так. Ладно. Ну, в общем, я попробовала бы варианта, была без вариантов. Но она так зла, может, если осмотреться, найду причину? Райан, это ты виноват. Ты должен был нас защищать. Почему ты этого не сделал? А Райан-то при чем? У нее доеба ко всем? Типа, теперь. Алекс, это ты виновата, все тебя любят. Но я смотрю на тебя и думаю только о том, что с твоим приездом вся моя жизнь полетела под откос. Ну ты какая она. Все ей виноваты, а? Гейб, это ты виноват. Зачем ты приучил меня нуждаться в другом человеке, а потом взял и оставил одну? Она страшно зла на всех, кто ее окружает. Но я чувствую что-то еще. А, еще это. Пуэр? Да что со мной такое? Нельзя так думать, когда я успела превратиться в гребаное чудовище. Итан, это ты виноват. Почему? Почему ты никогда не слушаешь? Но, между прочим, если бы он слушался, он бы туда не полез. Ты злишься на него, на Итана. Ты винишь во всем его. Алекс, я плохая мать. Шарлотта. Шарлотта? Алекс, я ненавижу собственного сына. Он очень милый, творческая личность, он самое главное в моей жизни. И все же я его ненавижу. Но бывает, чё. Мы с ним жили вдвоем долго, я не сразу к нему, к этому привыкла. Но я справилась, а потом появился Гейб. Я могу подавить в себе ненависть к Райану, к тебе, даже к Гейбу, но Итан... Если бы он тогда меня послушался, Гейб бы до сих пор был бы жив. Как я угадал. Все сводится к этому. Зачем они разрезают... предложение? Твои чувства тоже важны. Твои чувства гораздо проще понять, чем ты думаешь. И твоя боль тоже. Да какая разница, черт побери, он мертв. И мне тоже хочется умереть. А давай уже бросим ее и уйдем. Этот гнев может ее убить. И мои слова здесь не помогут. Может попробовать просто забрать ее злость? Не-а. Нельзя.
Да дайте мне выбрать! Я справлюсь, я могу забрать ее злость. Не надо, блядь! Чем ей это поможет и что станет со мной? И даже если я смогу, должна ли я это делать? А, вот где был выбор, делать или не делать. Да не трогать ее. Я не могу. Прости, Шарлотта. Пока-пока. Твои проблемы — это твои проблемы. Извиниться. Мне так жаль, что я ничего не могу сделать. Мне тоже. Короче, поплачь там, ну типа, ок, да. Удачи. Так, я надеюсь, тут сейчас можно будет засейвиться. Нельзя, так что закончим на паузе. Всем спасибо за просмотр и всем пока.